Всем привет, с вами Пенни Прэтс. И сегодня самое время объявить новый быстрый розыгрыш. А именно, в сегодняшнем розыгрыше участвует USP-S закрученный прямо с завода. Прямо с завода. Вот такой вот классный USP будет разыгран уже завтра. А все, что нужно тебе сделать, это подписаться на канал, поставить лайк этому видео и написать классный комментарий. Главное, чтобы в нем было минимум 5 слов. Итоги в очередном завтра open case будут. Узнаем счастливчика, обладателя того, кто его выиграет. Ну а я залетаю снова на изич дроп. Ну-ка давай попробуем, получится что-нибудь. О, 5000 рублей, только говорит, надо закинь десяточку. И будет тебе кайфуха, будет тебе кайфуха. Давай фришку первую крутанем. Поглядим, как нам выпадет три грозы. Как нам выпадет три грозы. Первая гроза есть. Отлично. Так, как медленно ты к грозе тянул. Как медленно ты подводил прям к грозе. Прям что-то нереальное. А чё ты вот тут так сильно затормозил? То и еще и за рубль. Видели, он как прям через ножи, он через сеть тянул прям, а тут прям сразу тормоза в пол. Ну ничего страшного, все нормально. Все нормально. Так, подожди, мне что-то надо было все продать сразу, говно. Надо было продать просто сразу, моментально. Вот. Короче, я скины еще никакие не выводил. Вот. Все они здесь. Все они здесь. Я их не трогал. Не выводил. Они пока здесь. Откроем точно так же. Вот эту штуку. Никаких у меня сейчас нету там на него скидок, акций, бонусов, промыков, еще чего-то. А потом снова на шерпе подрочим шерпу. Динамика. Ну, это рублей 150 снова, да? 114. Ну, понятно. Ладно, ничего, нормально. Нормально. Давай шерпу. Да, тактика такая же. 3, 4, по... Да. Такая же тактика, а именно... Именно. То, что дороже 40. Вот давай за 5 соток. Ах ты ж, да. Все, что дороже 40, оставляем для контрактов. Все, что дешевле 40, в апгрейды запустим, короче. Запульнем в апгрейды. Не, ну в целом, получается, я сейчас окупился, да? То есть, если так вот в целом посмотреть на все то, что здесь происходит, я, по-моему, окупился. Сходил за покупками, вернул свои 250 рубасов модуль. Еще 40 рублей, да? 42. Куль ты тут 40-то говоришь? Ну, а чё? Как бы каких-то дорогих дропов нету, да? То есть никаких Desert Иглов за косарь, никаких нов за 500. Все чисто скромненько, по-домашнему, по-семейному там, да, можно так сказать. Какому, блядь? А дальше вот дотяни. За 67 модуль. Ну, блядь. Не, ну я однозначно как бы это... Я как бы однозначно в плюсе. То есть он сайт-то меня как бы с шерпы-то окупил. Только мы сейчас-то делаем... Опа, вот еще, да, тут что-то будет зажигательное. Да! Не за 5 соток? Не за 5 соток. Ну за 2 это тоже ништяк. Это тоже ништяк. Все равно, я знаю, вы в комментарии будете писать, ну, пиздец, тебе ширпокейс выдает. Так я его открыл, сука, 10 тысяч раз. Опа. Пацаны. Нихуя.
Нифига себе! У, блядь. У, нахуй, пацаны, я ММДМС, короче, съем. У меня реально сейчас сердце въебало прям. Сука, в моем-то возрасте. Да ну нахуй. Я еболи, бабу. Пиздец. Блядь, заеби, что брата дома нету. Сейчас бы мне поебальнику что-нибудь прилетело бы точно. Короче, подожди, что сегодня я... Что, с чего мы сегодня начали? Мы вот начали вот с этого. Блядь, давай прикинем сколько. 100. А, еще полтос там. Блядь, 110, короче. 150, хуй с тобой. 190. А, блядь. 240. 280. 280, блядь. Еще 70. 350. 550. 750. 2600. Блядь, это X10 просто от депа. Это просто X10 от депа. Ладно, давай апгрейд заебеним. Да не, не ее, конечно. Вы что, пацаны, ебанулись? Не, ее-то я не буду, я... Который дешевле 40, вот ее захуярим. А дешевле 40 у меня только вот этот один скин есть. И да, я его на 10%. Ну, пусть будет. Я хуею, блядь, у меня... Я просто до сих пор отдышаться не могу, понятно. У меня пиздец прям. Пошел ты, изидроп. Блядь, изидроп, ты красавчик. Я ебал. Пиздец, короче, ну и нихуя себе. Ребята, залайкайте видос, прям вообще, прям залайкайте по максимуму. Просто залайкайте 5200, вот, я ебал. Я сейчас, сегодня четверг, я косарь вкинул. Я вкинул косарь, вот сейчас 5200. Вот сейчас 5200, 4 с лишним косаря поднято. Нихуя себе, не, ну вот это самый, вот это пока что на сегодняшний момент самый дорогой дроп. Вот этот вот штука, самый дорогой дроп просто с кейса. Это, я думал, это вот это самый дорогой дроп, похуй-то там. Вот, вот, 2К, блядь, 2К с ширпа кейса. Ой, блядь, пацаны. Не, я, конечно, не знаю, может, знаете, что сделаем? Может, блядь, что сделать? Может, раз он так ебанул, может, блядь... А может, просто не наглеть? Просто хуй его наглеть там, да. Давайте не будем наглеть, да. То есть давайте знать меру, давайте уважать из дроп. Он дает, и пусть он продолжает давать, да. То есть пусть продолжает старичка радовать такими депами. Я не буду сейчас вот эту хуйню продавать, чтобы там что-то сделать. Ну, я доволен. Я доволен. Ребят, в общем, блядь, всем огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте ваши лайки, пишите ваши комментарии. Пополняйте моим промокодом. Блядь, ну пополняйте, что вам стоит? Пополняйте. В общем, всем пока и до новых встреч.